Сегодня проходит международный турнир по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге, подъему на бицепсы, многоповторному жиму. Так получилось, что в этом году этот турнир является завершающим для всех движений пауэрлифтинга, потому что из-за карантина нам пришлось отменить турнир, который должен был быть в апреле по пауэрлифтингу и жиму лежа. И в этом году мы совместили два турнира в один и сделали такой большой спортивный праздник для всех поклонников железного спорта в конце осенне-летнего сезона. Далее соревнования начнутся уже с осени, и все спортсмены после летнего отдыха смогут вновь принимать участие, побеждать и занимать призовые места. Хочу поздравить всех спортсменов, всех любителей железного спорта, всех интересующихся, всех, кто посещает наши соревнования, принимает в них участие, с праздником Троицы. Пожелать всего светлого, хорошего и здорового в жизни. Я очень благодарен, что есть такое соревнование «Урал-100». И участвовать, и выступать здесь сегодня. Стараюсь сегодня получить мастер спорта по жиму. Пожалуйста, 165, если получится. Сейчас у меня мастер спорта международного класса у другой федерации в Киеве. И сейчас хочу и получить мастер спорта здесь, Урал-100. Очень хочу благодарить Петра за это соревнование, это мероприятие. Я знаю, что он вложит столько много времени, столько много энергии и эмоций здесь. Поэтому без его помощи, без его присутствия и работы здесь в Харькове не было бы такое мероприятие сегодня. В моей спортивной карьере был небольшой перерыв. Сегодня я решил выступить в дисциплине жим лежа. Своим результатом доволен. От этого турнира получил массу положительных эмоций. Хотел поблагодарить Петра Тищенко, вице-президента Федерации пауэрлифтинга. Надеюсь, в следующих соревнованиях поставлю новый рекорд. Уже, пожалуйста, 42,5. Хочу пожать больше. Посмотрим, сколько будет. Приехал с Волчанска, целью на этих соревнованиях международника получить. Соревнования проходят в очень хорошей конкуренции, хорошие, достойные соперники. Благодарность Пете, спасибо за соревнования. Всем хочу пожелать спорта и победы.